Тысячи вариантов новогодних подарков, елки, украшения, сувениры ручной работы, продукты и сладости для праздничного стола. Все это до 20 декабря можно найти в экспоцентре «Сибирь» на рождественской ярмарке. Ежедневно гостей ждут развлекательные площадки, конкурсы, игры для всей семьи и, конечно, встреча с настоящим Дедом Морозом. Обязательно посетите пряничную мастерскую, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и дизайну праздничного интерьера. А в воскресенье гости смогут выиграть елку. Не пропустите, ярмарка работает до 20 декабря.